Нарушители, предупредить крэнков! Это Тритонатор. Я придумал ему классное имя. Вообще-то это я придумал. Вообще-то это я придумал. Пора за дело. Сначала мы найдем центр связи крэнгов. Потом взорвем это место крака-рака-рока-рака. Взорвем? Это слишком опасно. Делите им задницы! Только не ты, Кейси. Ты не вмешивайся. На улицах могут пострадать. Помнишь, как мы встретились? Нашу клятву. Неужели тебе все мало, Донателло? Оставь его в покое! Я твой должник. Меня зовут Слэш. Я не понимаю тебя. Святые макароны! Бежим! Я должен был помочь. Крэнги — самые ужасные твари в 10 измерениях. Они схватили меня, пытали меня. И я поклялся не останавливаться, пока не истреблю их всех. Я с тобой, брат. Уничтожить крэнгов. Любой ценой. Ребят, вы целы? Да. Помнишь, брат? Думаете, мы на месте? Все нормуль. Нормуль? Да если бы не я, тебя бы сейчас в живых не было. Я делал то же самое для тебя, Раф. Да? И когда это? Да сотни раз. Если бы ты не затормозил нас, они бы не сбежали. Ну, либо так, либо внизу проходит веселая вечеринка. Вперед, парни. За дело. Да ты шутишь, что ли? А ты что, услышал шутку? Знаешь что, Раф? Забей. Я ухожу. Стоп, стоп, стоп. А тебя кто пригласил на экскурсию? Кейси Джонс пригласил сам себя. Центр. Отлично. Ну и иди. Отлично. И пойду. Кейси, стой! Стой! Что? По связи крэнгов. Именно его я искал. Меня посвятить в план не хочешь? Всему свое время. Если он будет вести себя как маленький, нафиг надо? Не круто, Раф? У людей есть чувства, братан. Настоящие мягкие чувства. Ну а я не люди.
Ха-ха-ха!